Слушай, а кстати, этот телефон снимает лучше, чем тот. Всем привет! Мы находимся на Электрозаводской улице, на станции метро Электрозаводская, рядом с бывшим зданием электрозавода. Масло масляное, да, типа того. И в общем, что мы собираемся делать? Мы собираемся постоять тут и уйти, как всегда. Нет, конечно, мы постараемся сюда забраться, что довольно сложно, потому что место открытое, но где-то по-любому должен быть залаз. Это 100%, мы это знаем. Да. В общем, включимся, наверное, уже внутри. А там внутри свет, кстати, горит. Я терил, говорю, там внутри свет горит. Не веришь? Не веришь? Ты серьезно? Пошли, я тебе покажу. А ну, расступитесь, я ему покажу. Ой-ой. Я тебе серьезно говорю, вот сейчас ты офигеешь. Да, экстремальный лист, как всегда, без палева вообще такой. Я тут мимо проходил, да, я думаю, зайду. Я тебе говорил. Там даже охранник есть. Не, это вентиляция. Или не вентиляция? Это вентиляция или не вентиляция? Это вентиляция? Ну что-то типа того, на самом деле тут ничего нет, просто решетка и дырка. И дырка, дырка тут, да. Две решетки и дырка. А вот, кстати, новое здание электрозавода. Это то, куда отсюда, вот отсюда, вот. Ух ты ж, елки-моталки. О, а там есть конди, можно снять. Если туда залезть. Я не знаю, по-моему, это неудавшаяся прогулка. Потому что там сидит охранник, он точно видел, как показал на него пальцем и сказал, смотри, охранник. Я не знаю, что делать. А? Он даже встал. У него даже встал. Ты представляешь, сколько он удивился и возбудился этой новости? Что он охранник, и что мы его увидели, что мы ему столько внимания уделили. Ну, я не знаю. Ну, мы можем ради приличия не шуметь. Воу, что это? Не знаю. Походим вокруг, если ничего не найдем, ну и что поделать. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы ему скучно не было. Мы таки нашли, куда залезть. А это, собственно, ЗИЛ. Тоже территория ЗИЛа, но мы без ЗИЛа вообще не можем. ЗИЛ прям наше все. Ремонтный цех автотехники собственной персоны перед нами. Да. Тоже раздестроен, как и в большинстве своем, в принципе, все здания ЗИЛа. Я не вижу своего напарника, его, видимо, кто-то уже съел. Кто-то очень злой и страшный. Мы пойдем посмотрим, что здесь еще есть. Попозже сюда внутрь зайдем. Блин, как же ужасно видео. Вообще что-нибудь видно, интересно? А, ну вроде что-то видно. Это хорошо. Большой, большой цех. Очень большой цех. Не, прикольно, кстати. Здесь кто-то частенько, видимо, ходит. Здесь попахивает собачками, кстати. Ух ты ж, ёпть. За что я люблю старые добрые здания. Это реально классно, красиво. А не видно ничего, да? Ничего не видно. Попробуем тогда что-нибудь сделать. Или, погодите, или видно? Да нет, не видно. Не видно. А, один фиг, ничего не видно. Чё там? А? Ой, вообще мечтаю. За 1299, да? Охренеть, куртка за 1299. Руины, здравствуйте, давно не виделись. Соскучился я за несколько месяцев, на самом деле, по такой жести. Вот. Давно никуда не ходил. Хотел взять таки отпуск до марта месяца, не получилось. Таки вылез. Кто, вы мне дадите? Нет. Не, не дадите? Второй этаж есть, но он какой-то удуцкий вообще. А тут половину, видишь, уже завезли, тут ничего не осталось особо. А? Кого? Ой. Ну вот он, ремонтный цех.
Собственно. А? Яма. Яма. Такая босая яма. Она еще, кстати, горела. Провода, наверное, жгли. Скорее всего. Я бы такую, это, знаешь? Знаю. Тебе бы такую яму, да. Тебе все такое бы. С повербанком, с фонариком. Офигеть вообще. Я в перчатках, что-то новое. Что там дальше? Ни черта не видно, серьезно. Нужно купить себе. Нужно купить себе большой-большой фонарь. Вот серьезно, вообще нифига не. А? Не было большого-большого фонаря. Был. Ты про эту пипиську красную, которая у меня была. Толку-то от нее. А дубинка моя так вообще ничего не светит. Вообще ни грамма. Смотри, они даже всю электронику повытаскивали. Вот пиписьки. Я обещал не ругаться матом в видео, поэтому у меня теперь все жопки, пиписьки, какахи. А та-та негодяи. Трупов нету, золото тоже. Ой, лезть обратно это не страшно. Понимаешь, было брать чего, а тут безопасность труда тут вот. Вот что тут. Безопасность труда. Не, на самом деле вот в маленьких помещениях снимает нормально. В больших это что-то с чем-то. Вообще никуда. А, что? Там еще кошка вон ходит, ничего нормально. Или это собака? О, это собака, щеночек. Ты его испугал. У тебя какой прелесть. Ладно, давай не будем рисковать, парня пугать. Тут, в принципе, ничего особо-то нету. Слушай, смотри. Чего? Тут можно вывезти. Да, я знаю. Все, мы уходим, мы тебе не мешаем. Давай, пока. Ну, чего, может, вывезем тут? Выйдем здесь? Привет! Все, мы уходим. Все, не ругайся. Пошли. А не чего, вот там вывезем. А чем тебе через ворот не выходит? Вот тебе скучно-то. Ну давай, так проще. Капец, тут вообще. Ну что, проще? Так что? Не хочу на машине взять. Смотри, раз на подоконник забрался и пошел. Так что?